шумите. Там ослы! Смотрите, да они в город пошли! Это бывшие ослы! Ловить их надо! Какие ослы? Что вы болтаете? Что случилось? Он! Что он? Он! Садитесь, пожалуйста. Сейчас я вам дам успокоительненьких валерьяновеньких капелек. Спасибо. Успокоительненькие валерьяновенькие капельки действуют успокоительненько на нервненькую системочку. Перелил. Вот досадненько. Придется начать сначала. Не беспокойтесь. Вот. Выпейте, это вас успокоит. Спасибо. Так что же с вами случилось? Это не со мной вовсе, а с ним. С кем с ним? С Листиком. Он потерялся. Утром понес книгу в библиотеку. Я пошла его встречать, но не встретила. А нашла эту книгу, видите? Удивительные подвиги гусёнка Яшки. Ха, непонятненько. Почему вы думаете, что Листик потерялся? Может, он уронил книжечку, а сам пошел в библиотеку? Да я была в библиотеке. Там сказали, что Листик не приходил. Так может, он потерял книжечку и вернулся домой? Нет, домой он не приходил. У него, понимаете, скверная привычка. Идет по улице и читает на ходу. Он может на фонарный столб налететь и под автомобиль попасть. О, да, действительно, скверная привычка. Но вы не беспокойтесь, мы его поймаем. Ой, то есть, мы его найдем, вы только опишите, как он был одет. В черном костюме, вот в очках. А зовут Листик. Листик. А ваше как имя? Буковка. Где живете? Конфетная улица, дом 25. Так, идите и не беспокойтесь, Буковка. Мы этого вашего Листика поймаем, то есть найдем вашего Листика и тут же вам сообщим. До свидания. Что? Я говорю, до свидания. А, до свиданица. Шут возьми. До свиданица. Опять, кажется, перекапал капельку. Шут возьми. Или не докапал. Сам не пойму, перекапал или не докапал. Вот теперь, кажется, точненько. Эй! Эй, вы куда? Thank you.
ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привет! Номерочек я все-таки запомнил. 14:22. Как тебя зовут? Не знаю. Не знаю. Вот видишь, ты даже имени своего не знаешь. Тебя лечить надо.